Сегодня в нашей области насчитывается более 180 дорог областного значения протяженностью 4300 километров. За их состояние отвечает государственное коммунальное предприятие «Онтустик-Жолдары». Больше всего забот у дорожников вызывает зимний период, но эти холода не встречают во всеоружии. На сегодняшний день у нас у ГКП техники около 18 единиц техники, и плюс привлекаем субподрядные организации с помощью этой техники мы обеспечиваем проезд. Около 7 тысяч тонн у нас инертные материалы заготовлены, соль, техника вся работает у нас на дороге. И все же наибольшее внимание дорожники уделяют горным перевалам. Здесь техника работает круглосуточно. В Байдебекском районе таких труднопроходимых участков три. Это перевалы Шебекбель, Одаман и Музбель. Ежегодно здесь зимнюю непогоду, отрезанными от мира, остаются десятки людей, двигающиеся на автобусах и машинах. Для таких случаев возле каждого перевала оборудованы пункты обогрева. Здесь предусмотрено все для относительно комфортного пребывания людей в течение нескольких дней. Мы каждый год на зиму запасаемся углем. В этом году заготовили более 10 тонн. Сейчас у нас есть спальные места и постельные принадлежности на 10 человек. Есть запас продуктов. В случае необходимости мы можем здесь принять до 70 человек. Матрасов и одеял хватит на всех. Только сюда не протянуто электричество. Для подачи света мы используем генератор. Наиболее заносимые снегом участки дорог сегодня ограждены снегозащитными заборами. Это сразу же сказалось на состоянии автомобильных трасс. Чистить их от снега приходится гораздо реже. Большую помощь государственному коммунальному предприятию «Онтустик-Жолдары» оказывает областное руководство. Несколько месяцев назад на выделенные государством средства компания купила новую технику, которая поможет содержать дороги в хорошем состоянии. Обеспечение содержания и вот для очистки зимой дорог было выделено, более, как я говорил, более 300 миллионов. На данные средства были куплены 13 «Газелей», то есть вместимостью 5 человек в салон. Это даже 6 человек с водителем. Это при содержании у нас на каждом районе содержится 5 человек. Это участки. Они занимаются вот патрулированием, вот именно подцепкой. Вместе с тем вот куплены дополнительно вот 2 грейдера и вот 4 трактора. Вместе с дорожниками за состоянием трасс наблюдают и специалисты местного управления по ЧС, так как именно на их плечи упадет основная забота о тех, кто останется в снежном плену. Поэтому местные спасатели все чаще обращаются к жителям района с предупреждениями. Мы просим всех жителей области соблюдать осторожность и позаботиться о себе и близких. Мы призываем не покидать дома и не выезжать на трассы в сильный снегопад и буран во избежание несчастных случаев. Необходимо дождаться благоприятных погодных условий. Байдебекские чрезвычайные службы к снегопадам готовы, пришла к заключению комиссия. Насколько эффективно, покажет будущее. Данияр Худайбергенов, Константин Исупов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».